Во Владивостоке задержан подозреваемый в жестоком обращении с животными. Ранее в управление МВД России по городу Владивостоку поступали сообщения жителей многоквартирных домов, расположенных на улицах Давыдова и Бородинской, об отравлении бездомных собак. На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, который осмотрел территорию, изучил записи камер наружного видеонаблюдения и опросил жильцов. Установлено, что мужчина, находясь в районе улицы Давыдова, разбрасывал неизвестные вещества, после чего несколько бездомных собак погибло. В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные отдела полиции Первореченского района, управление МВД России по городу Владивостоку вышли на след подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, 39-летнего, ранее привлекавшегося к ответственности за аналогичные преступления жителя Владивостока. Ориентировку на его задержание направили нарядом наружной службы полиции и Росгвардии. Вскоре гражданина обнаружили и доставили в отдел внутренних дел. У задержанного изъят фотоаппарат, диктофон, упаковка рабочих перчаток, персовый баллончик, таблетки и список мест Владивостока, где обитают бродячие собаки. Все эти вещи мужчина носил с собой. По данному факту проводится проверка. Изъятые вещи и медикаменты направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. Устанавливается причастность гражданина к гибели собак. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с российским законодательством. Отметим, что сотрудникам полиции задержанный хорошо известен. Докхантера неоднократно задерживали и уже дважды судили за жестокое обращение с животными.